Привет, друзья! У нас здесь планируется небольшое чаепитие перед тем, как выехать по делам в центр города. Ничего особенного. Тут у нас вот такой вот покупной кулич. Сказали, что кулич, но по виду как какая-то, знаете, булочка сдоба с маком. Ну, пекут, конечно, все вкусненько это. Сыр, кусочек сливочного масла, зеленый чай заварили. Ну и мандаринки, кто захочет. Саша, иди наливай чай. Ладушка, иди пить чай. В общем, все, друзья, пьем чай, едем, есть в городе у нас кое-какие дела. Но найдем время и прогуляться. Буду что-то снимать, посмотрим, какой получится влог. Ехали мимо, ездили там по делам сегодня и ехали мимо красивого местечка парка Александра Невского и решили заехать. Просто видите, такая погодка неплохая, сосна такая с шишечками. И я вам, помните, показывала, мы ездили в Тирасполь, я показывала вам там, ай, как он назывался? Карусельный двор или что, или это наш называется карусельный двор, я уже забыла, потому что на карусели мы не ходим. Ну вот зайду, поснимаю вам, какие у нас тут карусели. Правда, сегодня почему-то нет людей, детей, потому что, в общем-то, будний день, но все готово, ждут, машинки стоят в ряд, смотрите. Не знаю, почему никого нет. Видимо, у людей другие планы на сегодня. Знаете, что мне нравится? Как сделан этот детский городок? Он сделан в стиле русской ярмарки. Какое-то все такое пряничное, самоварное, вкусное и ярко смотрится. Красиво. Карусель называется «Белогривые лошадки». Честно говоря, обидно, что в эти выходные дни никто почти сюда не пришел и не привел детей. Ну, такое ощущение, как будто не ценится то, ну, что сделано для людей. Не знаю. Ну, почему люди не пришли, у меня нет ответа. Почему не привели детей? Все работает и стоит это все не очень дорого. Ну, может быть, холодно или не знали, что карусели будут работать. Ну, здесь такое не русское украшение, да? Елочка красивая. Здорово сделали, украсили, да? Дрова и красно-золотой гамме. Вот, этот такой же, как в Тирасполе, такой же аттракцион, самолетики. Красиво, ярко. Я не знаю, может быть, вечером подтянутся люди. Но уже музычка, да? Крисмас, короче, у нас тут. Все подряд, как говорится, винегрет тот еще. И карусельный двор, и Крисмас. Есть небольшое несоответствие, но я это не решаю. Вот. Кстати, дракон же актуально у нас в этом году. Какая вот у этого дракона воинственная морда. Этой музычкой все испортили. Мне не нравится. Вообще, скажу я вам, у меня какие-то проблемки с настроением есть. Не очень-то оно хорошее. Не могу объяснить, почему. Какие-то внутренние причины. Но я по себе знаю, это проходит. Ничего не надо делать. Просто нужно перетерпеть. Что могу, делаю. Вот выхожу. Красиво. Вот такой вход сделан. Касса. Такой, как в стиле нашей этой крепости.
Нет, люди ходят, гуляют, что-то есть, но немного. Я вам объясню, почему. Это крепость и вообще вот этот парк Александра Невского, он находится на въезде в город. Это крепость, да, когда-то это была здесь крепость, которая защищала осада города и все такое. Поэтому, будем так говорить, это окраина города, сюда как бы так добираться тоже. Ну, люди, конечно, проще всем в центре города там тереться и все такое. Вот этот шар, который я вам ночью показывала. Поэтому здесь всегда людей не очень много. Здесь, как правило, какие-то праздники у нас проходят. Помните, я вам показывала день вина и все такое. Хотя место это просто обалденное. Я очень люблю сюда приезжать. И даже потому, что здесь мало людей. Именно потому, что здесь мало людей. Пожалуйста, я сейчас себе иду, спокойно снимаю. Никто мне не мешает. Вот, ну просто меня удивляет, что людей сюда, ну, не тянет, да. Нас тянет. Мы часто сюда ходим, приезжаем. Тут никогда нет проблем вот в такие обычные дни с парковкой. Всегда можно остановиться, все. Вот, сейчас мы идем прямо. Честно говоря, я не очень вам сейчас смогу рассказать, почему именно Александр Невский. Не готова. Вот. Ну, конечно, это все с чем-то связано. Вот такая здесь стоит памятная штука. Какой красивый Александр Невский. Красивое такое лицо они сделали. Ну, вообще такой бюст красивый. Вот. Ну и, конечно, наша крепость. Кстати, она реставрируется, эта крепость. И наши реставраторы сами там особенно ничего такого, ну, без консультаций каких-то не делают. По-моему, вот эту башню, которая слева, ее, она была такая полуразвалившаяся, ее реставрировали, по-моему, реставраторов приглашали из Турции. Они со своими технологиями делали. Почему? Я вам скажу, что когда-то, когда только началось вот эта вся работа здесь, вот этот парк делали, и нужно было приводить в порядок вот эту крепость, по первости там наделали много ошибок. Стали реставрировать, извините, простым раствором цементным. Бах-бах, каких-то кирпичей, чуть ли не газобетон. Как можно? Если вы хотите реставрировать этот историческое место, объект такой, то уже нужно использовать, ну, такие материалы, чтобы оно не выглядело как новодел, да? Вот, но вовремя опомнились, какие-то там вещи исправили, что-то не исправили, но вот, насколько я знаю, вот эту башню, которую я вам показала, вот у нее и крыша более светлая, ее уже делали другие люди, другие технологии, более такое. Вообще, тут интересно, никак не могу я добраться до этой крепости вам рассказать. Почему? Потому что, ну, кажется, что это нужно прямо отдельно выделить время. Куча тут легенд. Вообще, когда-то, можете себе представить, в советское время, в этой вот древней крепости, которая была, да, историческим объектом, там вообще была военная часть. Там, с другой стороны, там, видите, трубы, все там, ребята, построение, то все, все дела. Не было это таким. Потом взялись и сделали. А сейчас мы какой-то здесь Сулейман или кто там он. Я вам сейчас расскажу. Здесь колодец какой-то. Вода питьевая была вот тут.
Но это уже сейчас так сделали красивенько. И видите, этот колодец получился как бы посередине газона. Ну и для того, чтобы люди не затаптывали газон, декораторы, видите, сделали такие вот штучки. По ним можно пройти и дойти до колодца. Не, ну место просто шикарное. Вот просто гулять, наслаждаться видом вот этого всего дела ухоженного. Не знаю, мне очень нравится. Вот колодец этот. Конечно, он не действует. Ничего нету. Ну, в общем, в стиле так все это держат, делают. Ну-ка, смотрите. Ну, конечно, все защищено, чтобы никто не упал, никакой беды не случилось. Вот. Тут я уже, конечно, по траве топчусь. Ну, красиво, правда? Надеюсь, я вам покажу какие-то такие кадры приятные. Вот. Ну, что делать? Вот, выходишь немножко гулять, отвлекаешься от каких-то мыслей, дум не очень приятных. Не знаю. Я надеюсь, что у вас с настроением получше, чем у меня. У меня такое бывает. Вдруг что-то вот захандрю. Бывает так по-затяжному. Бывает несколько недель. Потом отпустит нормально какое-то время. Ну, что делать? Я это так, знаете, между нами, девочками, думаю. Может быть, что-то гормональное. Может, характер у меня такой, как я себя называю, унылая это. Ну, это, короче, кучка коричневая. Ну, что делать? Я же не могу выдавливать из себя хорошее настроение или что-то еще. Ну, так уже. Уже так. Вот. Расскажите, как вы справляетесь с плохим настроением, с такими вещами? Бывает ли у вас? Надо бы перевернуть камеру и с вами поздороваться, показаться, да? Но я сейчас вот себе сразу после Нового года сделала пилинг молочной кислотой. Все лицо шелушится. Тоже отражение в зеркале пока не радует. В общем, вот так вот все. Ну вот, мы пришли к этой вот башне. Вот той. Ну, я, честно говоря, не вижу, чтобы она прямо как-то была так по-особенному отреставрирована. Ну, другая какая-то черепица. Кстати, черепица везде настоящую они сделали, не что-то там. Но здесь не иду я сегодня сюда, потому что все-таки туда зайти, это, ну, как бы, надо на это время потратить. Вот, а мы опять голодные, честно говоря. Мы опять голодные, мы вечно, как эти, выйдем. А смотрю, люди ходят в крепости, гуляют. Вот. Интересно, смотрят, силы набираются там от древних камней. Все-таки поверну на себя камеру. Поверну не просто так. Хочу вас всех поздравить с праздником, с Рождеством. Хочу всем пожелать радостно отпраздновать этот душевный праздник. И пожелать вам здоровья, благополучия и всего-всего самого наилучшего. Все, догуливаем уже вот тут по периметру парка. Неспешно так себе идем, что-то разговариваем. Ну, красиво, уже темнеет, солнышко уже садится, уже
около, наверное, 4 часов. Вот что это такое растет? Влада, ты не знаешь, что это? Что это за такие? Да? Смотри, как оно так красиво смотрится тут. Но это не рябина, но похоже. Слушай, а может это какая-то как... Нет. Наверное, они же тут сажают всякое что-то, ну как, декоративная рябина. Честно, я знаю, как рябина на вкус. Но я боюсь пробовать. Или можно попробовать и выплюнуть, да? Не знаю. Не поминайте лихом, короче. Сейчас я вам скажу, это рябина или нет. Слушай, это не рябина. Что это? Не знаю. Нету какой-то такой, как у рябины терпкость есть какая-то. Но зато красиво. В общем, они таких кустиков насадили здесь много. Сейчас мы дойдем до смотровой площадочки, такая сделана. Не, вообще что-то есть такое во рту. Но это не... Я знаю, какая рябина. Во-первых, рябина более жесткая по структуре. Это прямо какая-то ягодка мягкая, как-то такая мягкая, знаете, как малина почти. Ну, я имею в виду. И вкуса какого-то особого нет. В общем, здесь такая сделана смотровая площадка. Сейчас мы до нее дойдем. Ну, можно постоять, посмотреть на Днестр. Да. Во-первых, везде в парке вот такие беседочки симпатичные. Вот такая. Там просто скамеечки. Вы знаете, всегда чистенько, никогда не загажено. Всегда можно зайти, сесть. Не знаю. И кто следит за этим порядком, я не знаю. Вот я никогда здесь никого не вижу. Летом, да, кто-то... Посмотрите, чисто, аккуратно. Все. Вот я за это прямо... Хочется сказать спасибо. В общем, смотровая площадка, на которой у нас горожане почти все любят сфотографироваться. Это сегодня здесь нет людей, а так, когда какие-то такие дни, когда есть люди, всегда кто-то стоит, постоят, посмотрят на Днестр. Сделан красивый такой забор, название города. Периодически зрители спрашивают, а как называется город? Вот так называется город. Турецкое название, да. В общем, тут такие вот красивенькие штучки. Ну и вид на Днестр. Вот, можно так постоять, посмотреть, как течет река. Только не видно, как горит огонь и как кто-то работает. Сегодня никто не работает, да? Вот так. Я спрашиваю, вы не хотите на драконах покататься? Никто не хочет. Дочь укачала в машине, она сказала, я и так еле-еле успокоила свои внутренние. Я еще какие-то ягоды нашла. Голодная, да, я? Но я не буду кушать. Смотрите, какие-то напоминают какую-то смородинку, только беленькая. Не знаю. Нет, я не буду. Я уже тупо пробовала. Белые какие-то. Белые, как будто как смородина белая. Ну, непонятно, что за листья. Да. Кстати, написано, не ходите по газонам, а мы заперлись. Фу-фу-фу, как некрасиво. Вообще... Ну, наконец-то музычку включили ретро. Пять минут. Гурченко. Да. Ну, в общем, вот такая вот, видите, у нас абсолютно зима без снега. И такие есть противоречивые чувства. Вроде бы и хочется, знаете, и хочется белого снежка, чтобы скрипело под ногами, какой-то такой морозец. Хочется, честно вам скажу. Я помню, мое детство были здесь зимы снежные, мы валялись в этом снегу и все, что хотите. А сейчас все по-другому. Ну вот как я вам говорю, и вроде и хочется, но как представишь вот это все, что потом опять начнется, эта вся... как у нас этот снег не держится, и потом
уже думаешь, ну и ладно, пусть лучше так будет. Не знаю, друзья, такой влог получился ни о чем. Ну, в общем, говорю вам, что есть какая-то такая внутри, какое настроение, такой влог. Вот такие дела. Я надеюсь, что кое-какие кадры красивые вас порадовали. Подъезжаем к дому. Как я вам уже говорила, мы очень голодные. Сейчас приедем домой и будем есть. А вам я хочу сказать спасибо большое за внимание. Спасибо, что посмотрели мой влог. И прощаюсь с вами. До новых видео на моем канале. Пока-пока. И еще раз поздравляю вас всех с праздником.